Всем привет, друзья, с вами я, Лёва и Алёна. Мы уже... Всем привет. И мы сегодня будем распаковывать посылку, потому что в магазин нормально нельзя сходить. Да, мы сегодня ограничены, как так же, как и многие люди. Да. В передвижении, в магазин не ходим, один папа у нас. Ходить. Но он не всегда покупает, что мы хотим. Мы заказали масло подсолнечное какое-то. В розетке заказали, то, что нам нужно. Парочки оливки, кинуа и еще. Ну, доставайте, посмотрим. Точно ли нам прислали то, что нужно. О, смотри. Я буду вот это. Пожалуйста. Так, тут подсолнечное масло. А у меня кофе какой-то. Доставайся. Она так приятно лопает. Да, много у вас игрушек. Мама, потекло масло чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Основная часть осталась. Масло из кунжута мама сильно хотела. Ну-ка. Аленушка, давай потом пощелкай, чтобы не глушить видео. А это что? А тут она запечатана. Это кофе, не надо его распечатывать до конца. Мама его сама распечатывает. Ну, немножко помятая банка. Это кунжутное масло, вот прочитай. Поколение, я так скажу. Так, что так, еще? Это что у нас? Я, по-моему, это знаю, что это. Оливки. Да, это оливки. Точно оливки. Так прикольно. Да, блин. Кинуа у меня. Да, Алена, кинуа. Кинуа. Мне повезло, кинуа приехала. Благодаря нашим друзьям распробовали этот продукт. Теперь с удовольствием его поедаем. Доставайся! Кофе! 450 грамм. В розетке стоит 15 гривен, а здесь можно купить только 200 грамм за 80 гривен. Экономная экономия. Плюс ко всему в розетке сейчас бесплатная доставка. Ага. Вот. А можно было вот там вот? Да, вот можно развернуть. Салаты. Да, да, да. Не по легкому пути потом. Если еще что-то будем заказывать в розетке, вам будет уже легче расплачивать. Наклейки две. Так. Еще не оливки с тунцом. Забыла сказать, чтобы бесплатная доставка получилась, нужно, чтобы заказ был на 500 гривен. На эту банку надо все наклеить. Нет, Левушка, давай потом будем щелкать. А сейчас что сделаем? Пощелкаем. Пожелаем всем крепкого здоровья. Да. Удачных покупок. Чтобы никогда не болели в этот год. Потому что он... Чтобы оставались здоровыми при любых обстоятельствах. Да. И счастливыми. И набирали лайки. А нам, пожалуйста, лайк. И подписки. И у вас дома было всегда чисто. Всем удачи. Всем пока-пока. И никогда не болейте. Пока. Кому что? Маме продукты, детям веселье. Кулачки не подбивай. Все, закончилось. Я пойду за уборщиком. Много там еще у вас? Да.